Эрика Липферт первый раз в лаборатории, где тестируют неорганические пигменты. Анализ их рынка сбыта – это теперь ее главная задача. Сегодня у нее второй рабочий день после того, как она вернулась из отпуска по уходу за детьми, в котором была более 10 лет. Здесь все интересно, невероятно волнуюсь. Мне кажется, что это сон. И я не верю, что снова могу работать. Я очень рада. Эрика родом из Швеции, но в Германии живет 26 лет. Закончила экономический факультет, получила степень МБА и проработала 16 лет. После этого взяла отпуск по уходу за детьми. Некоторые работодатели дают понять, продолжительный декретный отпуск – недостаток соискателя. Как будто бы я глупею, сидя дома с детьми. Вот так об этом думают. Кажется, если я мама, не каждый работодатель воспринимает меня всерьез. Это первая компания, где декретный отпуск оценивается по заслугам, учитывается приобретенный опыт. И это не считается каким-то изъяном или недостатком. Чтобы увеличить число женщин-руководителей в крупных концернах, Еврокомиссия предлагает ввести женскую квоту в наблюдательных советах и советах директоров крупных европейских концернов. К 2020 году доля женщин в них должна вырасти до 40%. А пока новичкам предстоит убедить начальство в своих способностях. Во время первой рабочей недели мы определяем индивидуальные потребности наших сотрудников, а затем каждому предлагаем специальные тренинги, чтобы их профессиональные навыки соответствовали современным требованиям. Снова работать полный рабочий день для Эрики Липферт не проблема. Она уже продумала расписание своей младшей дочери до мелочей. Я все организовала. Моей дочери 9 лет. Вот посмотрите, это план ее дня. Занятия в школе, а после группа продленного дня, где она обедает. Я хотела, чтобы дочь продолжала ходить на плавание. Вот я и подумала, что ее может перевозить и отвозить такси. А я уже подписала контракт с фирмой. Все получилось. Концерн «Ланксес» взял на работу нескольких женщин, долгое время сидевших дома с детьми. Основная задача – повышение квалификации. Контракты временные. Какую должность займет Эрика после этого, она не знает. Но если предложение Еврокомиссии будет одобрено странами ЕС, то, возможно, у новой сотрудницы появится больше шансов занять место в руководстве одной из крупных компаний.